Всем привет, ребятки! Вы на канале Мплей. И сегодня я поиграю в игру Jailbreak. И покажу вам сегодня отличный баг. Видео будет длиться недолго, но зато интересно. Я вам покажу отличный баг, как достать оружие в игре Jailbreak без карточки полицейской. Вот у нас тут есть оружие. Видите, там оружие. Я покажу вам все как надо. Нужна карточка, но карточку мы не можем достать, потому что полицейские потом арестованы, когда вы карточку не украли. И как же оружие взять? А без оружия как-то тяжело выбраться в тюрьму, да? Давайте попробуем это сделать. Достать оружие и пролезть сквозь решетку. Просто так это сделать не удается. Вы видите, как оно пищит, требует... Делаем, ребятки, вот так, смотрите. Встаем притык к решетке. Только главное, чтобы персонаж вот так не начинал наш лес. Вот так не надо. Надо просто вот так подойти к ней. Вот так делать, смотреть вверх. Зажимаем мы клавишу вперед и клавишу Shift. Зажимаем их вместе. И нажимаем вот эту кнопочку. И вот мы уже в решетке. И остается нам поднять вот эту вот. То есть нажать вот эту вот. И мы в решетке, мы здесь. Все. Все, ребятки. Это очень легко и легкий путь. И назад же так само. Назад тоже так зажимаем. Ой, все. Зажимаем. То есть мы подходим. Зажимаем Shift и вперед. И нажимаем вот так. И все. И все, ребятки. Мы с вами уже выбрались. И у нас есть оружие. И никакая карточка нам не надо. Вот такой вот способ, ребятки. Как вам он? Понравился? Давайте попробуем повоевать немножко там. Давайте повоюем, пойдем. Так, погнали. Вот, пистолетик берем. Хотя лучше не полиция сначала, что у нас пистолет есть. Сейчас мы какого-то полицейского найдем там и его пробуем. Конечно же, убить. Так, тут у нас футбольный даже мяч здесь есть. О, можно даже в футбол поиграть. Идите сюда. Я вот сейчас... Ух ты, я кружусь на мяче. Где полицейский? Я вас не вижу. Вы что, боитесь меня? А, у меня же оружие есть. Они меня боятся, да? Сейчас я возьму пистолетик. У кого-то ты и бабахаю. Вон там полицай есть. Опа, давай, идите сюда. Найду сейчас полицейского какого-то. Иди сюда, чего вы боитесь-то? Где вы? Чего вы боитесь выходить-то? Выходите, полицейские. Нашлись еще полицейские. Боятся всех. Так, пацан, подожди. То есть девочка там, подожди меня. Опа, кто-то едет. Да, давайте. Сейчас я и покажу вам свою новую тачку, ребятки, которую я недавно купил. Так, вот мы вылазим уже. Давай вылази быстрее. Опа. Опа, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Опа, блин, наш нашли. Ну, и чё ты не убиваешь, алё? А, вот, это наш. Обоим, получай. Иди сюда. Всё, убил. Убил, ребят? Убил. А, всё, готов. Опа. Ай, ты, полицай. Что, боишься, полицейский? Где ты там катаешься? Опа, опа. Блин, он меня арестует сейчас. Ай, давай убивать. Ай, меня арестовал. Ну ничего, мы одного полицейского убили. Ага, это круто. Так, давайте еще раз попробуем этот баг сделать. Давайте сейчас попробуем. Так, и сейчас мы отправимся к нам, к моей новой тачке. Вот тут сюда нам надо идти сейчас. Так, давай, быстрее. Тюрьма, распаковывайся. Открывайся, дверь. Так, здесь у нас ничего нету. Так, здесь тоже ничего нету у нас. И здесь тоже ничего нету. И давай, да. Сходим в туалет и выйдем в тюрьму. Сходим обязательно в туалет.
Так, давайте сейчас попробуем обратно сделать этот бах. Не проблема, ребятки, не проблема для меня. Сделано так, зажимаем. Ой-ой-ой, чуть-чуть не удался, конечно. Хотя не, удается. Что я здесь? Ага, круто. Ой, ты что я сел? Не, я не хочу взять оружие. Так, берись оружие. Взял вот. Ну возьми, если дробовик. Все, взял, молодец. Вот так нельзя вставать. Надо вот так встать. Зажать. И вот так. Давай. Ну давай. Есть, все, выбрали. Так, вставай ты. Так, погнали. Сейчас мы кого-то бабахнем. Или сбежим с тюрьмы, давайте, и покажу вам свою новую тачку я. У меня там новый багги появился. Так, давайте его сейчас откроем. Покажу я вам его. Откроем сейчас. Ну, кого мы откроем вообще? Так, давайте тогда. Сейчас в канализацию сбежим. Ну, давай, открывайся. Опа, давай, падай. Да, и погнали теперь. Через канализацию сбежим с вами и к моей новой тачке поедем. И погоняем на ней. Я обязательно ее прокачаю и покажу ее в прокачке. Я ее постараюсь по максимуму прокачать, конечно же. И купить хороший двигатель ей, чтобы она быстро гоняла. Ну вот давай, открывайся. Моя... Ой-ой-ой, это полицейский. Полицейский, тебе нормально все? Его устраивает, вы понимаете? Его устраивает то, что мы его убили. Блин, тут один пистолет. Тут нету карточки, вы понимаете? А, это плохо. Давай сейчас пристой драйвером. Ну, перевернись, тачка. Ну, перевернись, ты тачка. Блин. Я не хочу быть твоим пассажиром, пацан. Я не буду ни в коем случае твоим пассажиром. О, вот моя новая тачка. Опа, все. Ну, давай, я хочу быть. Все, пока, пацан. Да блин, дай ты мою тачку. Я не буду с тобой садиться, ты понимаешь? Блин, это нереально. Да уедь ты, едь отсюда. Я вообще буду взять свою тачку. Да ты мне не надо, езжай, понимаешь? Езжай с Богом. Езжай. Я свою тачку. Спасибо, что угнал мою тачку. Тебя убить? Я могу это сделать? Блин, ну ты, конечно же. Опа, давай сейчас переверну ее как-то. Ну как это сделать? Эту тачку невозможно уже перевернуть. А, где взять тачку? Проблема уже. Началась у нас новая проблема. Где взять тачку? Блин, ну это какая-то... Ну блин, ну где взять тачку? Я хочу взять машину. Обычную машину. Окей, пешком буду идти. Что делать? Пешком. Но она не респаунится, видите? Видите, она не возрождается. Бежать-то долго, вы понимаете, блин? Бежать-то к ней туда, вон багги там будет. Нету тачки. Да нету этой тачки. Нету тачки, блин. Какой-то ужас. Ну где? Ну как это найти? Я не понимаю. Давайте сейчас. Где-то должна быть такая типа пещера. Вон она там. Ну тут мы, в принципе, добежим до этого. В принципе, она там, да? Вон, да, вон там тачка моя. Ну там прикольно, да. Она все-таки близко, недалеко. Можно на тачке было и не ехать. Так, бежим, вон эта дырочка, давай, пещера, быстрее там. Ну, пещера это, наверное, ну, не пещера, а дырка, короче, в горе какой-то. Давайте, блин, ну, я уже устал нажимать эти клавиши. Фух, вон она моя тачечка. Иди сюда, моя раздолюшечка. Плывем. Вот моя тачка. Где она? Не понял. В смысле? Где моя тачка? Вот она. Ух ты, круто. Давай, тачка.
Рун, завелась! Ну, завелась, я тебе сказал. Давай, Рун, погнали. Рун, погодуем, покатаемся. Я ей куплю, ребятки. Я обязательно куплю ей мощный двигатель, и я покажу, как она гоняет. Обязательно куплю мощный двигатель, очень мощный. Рун, давайте. Рун, дрифтик с видиком. Ламборгини этого не сделает, наверное. Давай, смотрите, нас купим. Давайте попробуем поезд, чтобы он с поезд, иди сюда. Ну же давай, ну что ты тормозишь-то? Давай, тачка. Блин, ты же дурацкая какая-то. Давай, ну что я сказал, я водитель не мой. Водитель я, нормальный какой. Давайте попробуем как-то поезд. Рвануть на нас этого не получится. Надо за поездом едем. Он не сюда поезд. Блин, ну как тебя? Поезд, как тебя обогнать? Опа, все. Давайте, давайте, купим. Ну залазишь ты под поезд. Ну залазишь ты на него. Ой, ребятки. Вот и на этом закончим обязательно. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, обязательно геймплей. И всем удачи, и всем пока!